Хаг Самеах, Ханука. Всех приветствую с праздником, возлюбленные мои. Это великолепно и даже немного необычно сейчас, что христиане справляют этот праздник. Правда, пока не все. И в истории еврейского народа были такие времена, когда не праздновали праздник Пасху, не обрезались. Но потом наступали времена просветления, приближения к Богу. И народ восстанавливался, и народ старался идти за Господом. Очень символично, что сегодня христиане, они приняли этот праздник. Иисус принял этот праздник. Он пришел на этот праздник и сказал, что Он есть свет миру. Этот праздник обновления. Я скажу, что среди христианского мира еще не так, чтобы все знали об этом. Как-то я задал вопрос в одной христианской группе. Говорю, скажите, пожалуйста, вот написано, что Иисус был на иудейском празднике, который зимой. Что это за праздник такой? И в группе, я не знаю, сколько там было человек, это в интернете, никто не знал. Ответ, который я услышал, это был сочельник или Рождество. Но Иисус не справлял свой день рождения. Очевидно, все понимают, что это был этот же праздник Ханука. И это прекрасно, что мы здесь сегодня, потому что прежде всего это нас обогащает. Обогащает, когда мы читаем эту историю, мы можем находить в ней самих себя. Я хочу сегодня поделиться такой идеей, которую преследовали Маковеи, защищая закон Божий, защищая веру в Бога. Греки навязывали идею олимпиад, единоборств. Они не принимали это, потому что прежде всего мужчины должны были снимать одежду. А самое главное, что в этом было, это то, что во всяких единоборствах, во всяких олимпиадах выявляется первый, второй и третий. Как будто второй и третий хуже первого. И вот это неприемлемо. Расскажу одну историю. К раввину пришли два друга, соседа. У них был такой спор жаркий. И они доказывали друг другу свою правоту. Один говорит, вот мои дети сыграли свадьбу, теперь я вычитаю в Торе, что двое станут одной плотью. И теперь я воспринимаю их как одного. Тот говорит, Изя, что ты мне рассказываешь? Что я? Своими глазами вижу, что их двое, а ты говоришь один. Раввин выслушал одного и говорит, Арончик, ты прав. Да, одна плоть. Изя, ты тоже прав. Их двое. Сарочка сзади стоит и говорит, Гершон, так они же противоречат друг другу. И ты права, Сарочка, тоже. Все правы. Вот это такой немножко еврейский подход, когда каждое мнение может быть правильным. Вы знаете, в еврейской традиции считается, что у Торы 70 лиц, потому что 70 народов на земле, которую мы читаем в Торе. И у каждого народа может быть свое мнение. Очень важно войти в мнение этого человека и посчитать, почему он так мыслит. Может, в этом есть логика. И что-то из этого приобрести. Даже если для тебя это мнение ничтожно, то Бог говорит и учит, что из ничтожного можно извлекать драгоценное. Поэтому сегодня, предположим, много примеров есть в христианском мире, когда каждый хочет доказать свою правоту. Вот у меня первое место, а у тебя второе. Это греческий подход. А иудейский? И ты прав по-своему, и я прав по-своему. Ну, обычно все хотят оставаться правы. Например, пришел человек в церковь в кипе.
Его могут поставить на место, сказать. А вот Павел говорил, в головном уборе молиться нельзя. А ты же не знаешь мнения этого человека. Как он видит этот головной убор? Как покров? Как для женщины волосы? Или как священник в храме, который должен был носить головной убор? Обязан был носить? Очень важно уважать мнение других. И этот праздник может нас научить, меня лично научил, в том, что соперничество, соревнование в доказывании своего мнения ни к чему хорошему не приводит. И я благодарен Богу, что я сегодня могу смотреть на Его народ, на участие Бога в жизни этого народа, когда Он оценивает их жизнь. И эту оценку мы можем прочитать в Священном Писании, принимая для себя выводы, как нам поступать, как хочет Бог. Если Ему этот праздник понравился, и Он пошел на него, почему я не могу поступать, как Иисус? Наоборот, меня так учит Священное Писание. Подражать Иисусу. Я выбираю подражать Иисусу. Слава Богу! Я очень рад. Я так думаю, что этот праздник еще символичен тем, что времена последние, и Бог хочет пролить больше света. И этот праздник, он обогащает нас, он проливает нам свет о Божьем народе, проливает нам свет о Божьем характере, что для каждого из нас очень важно и драгоценно. Я хочу помолиться вместе с вами и поблагодарить Бога за то, что мы имеем этот праздник и можем еще раз и еще раз иметь повод собираться друг с другом и обогащаться друг от друга. Святой и благословенный, нет прекраснее Тебя и нет Тебя великолепней ни на небе, ни на земле. Ты есть Царь Вселенной. Ты тот, кто восседаешь над кругом земли. Ты тот, кто видит жизнь каждого из нас. Господи, и Твои намерения для нас на добро. Слава Тебе, Господи, что Ты избрал себе народ, Господь, что Ты привил нас, Господь, ветвями нашими, Господь, к этому источнику. И мы можем, Господь, преградить питание, Господь, от источника, а можем насыщаться от этого источника, от его истории, Господь, обогащаться, расцветать, Господь, в полноту сил, Господь, возраста Христова. Господи, спасибо Тебе за это время. Спасибо Тебе за этот праздник. Ты оставил очень много мест в нашей жизни, чтобы мы приняли решение, что хорошо и что плохо. И вот Божий народ, Господь, в своей жизни увидел, что доверяться Богу, сохранять Его заповеди, стараться их исполнять и не смешиваться с языческим миром – это хорошо. И они учредили праздник в честь того, что Ты оказал это чудо и продолжил горение света в храме, Господь. Ты позволил этой свече гореть 8 дней, пока не наступит новое масло. Ты доказал, Господь, своим чудом, своим участием, что Ты согласен с их решением, с их победой, Господь. И я молюсь Тебе о том, Бог мой, чтобы это было и для нас примером, Господи. То, за что боролись однажды эти воины, Господь. Чтобы не было главенства какого-то мнения и не было уничижения другого человека, Господь. Чтобы это сбылось в нашей жизни. Господи, я знаю, что сегодня, как в насмешку, Господь, некоторые игры, они организовываются так, что команды называют себя маковеями. Господи, чтобы мы не называли себя героями, когда победим в каком-то мнении и уничтожим другого человека. Не дай Бог, Господь. Я молюсь Тебе о том, чтобы наши сердца, они были расположены к тому, чтобы любого человека принимать выше себя, Господи, как Ты нас учил. Пожалуйста, Бог мой,
чтобы этот принцип, Господь, уважение к другим людям и любовь к другим людям, он был на первом месте после того, что любить Тебя, Господь, и следовать за Тобой. Возлюбленный, всемогущий Бог, давай еще больше света в нашей жизни. Еще зажигай наши светильники, Господь. Помогай нам поправлять то, что, Господь, несет свет этому миру, Господь. Следовать, стремиться за Тобой, искать откровение от Духа Твоего Святого, чтобы принести Твой свет, Господь. Чтобы не в убедительных словах мудрости человеческой, Господь, жить в этой жизни, Господь, а чтобы явление силы и Духа Твоего Святого, Господи. Потому что свет, мы знаем, это образ Духа Святого, Господь. И когда Он горит в наших сердцах, Господь, когда Он дает нам жизнь, Господь, то жизнь для нас становится счастьем. Слава Тебе и хвала! Я молюсь Тебе, чтобы еще больше и больше, Господь, Твое присутствие и Твой Дух Святой проливал свет в нашей жизни. Чтобы мы были, Господь, соработниками Твоими, Господь, для других, Боже. Чтобы мы были примером Твоим, письмом Твоим, Господь, читаемым людьми вокруг нас. Господи, мы так нуждаемся в Тебе. Мы теорию можем знать, а в практике можем побеждать. Но чтобы нам, Господь, побеждать, нам нужен Ты. Потому что без Тебя мы не можем ничего, Господи. Спасибо Тебе, что Ты пришел на этот праздник. Спасибо Тебе, что Ты сказал, что Ты есть свет, Господь, для нас. Ты есть пример нашей жизни. Слава Тебе, благодарение, хвала и поклонение. Бог великий, чудный и святой. Бог, который достоин всей славы, достоин всей хвалы. Ибо нет подобного ни на небе, ни на земле. Чудный. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь. Идите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас, утомленному силу даю, сокрушенное сердце люблю, и стучу в твою дверь всякий раз, ты открой мне ее сейчас. Сотвори во мне обитель, в Тебе нуждаюсь я всегда, находясь в этом мире зла, хочу похожий быть на Тебя, Иисус, Иисус. Я Господь сотворил глубины моря, небеса, как ковер, разделил. Могущество мое неизмеримо оно. Я забочусь о всем, что творю, и Тебя, мой Сын, я люблю. Не нарушу завет с Тобой, я Твой Бог и защитник Твой. Иисус, сотвори во мне мире зла, хочу похожий быть на Тебя, Иисус, 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 сотвори во мне обитель, Тебе нуждаюсь я всегда, находясь в этом
этом мире зла хочу похожий быть на тебя, Иисус, Иисус. Под ударами бича разрывалась плоть креста, и шипы впивались в голову его, и текла ручьем святая кровь.
понимаю, что не зря над землей сгущается гроза и загорается заря. Все, что ты создал, насадил и основал. Красота и величие дел твоих через время и года не меркнет никогда. Тебя дороже, нет тебя сильнее, сотворил моря и океаны ты, Боже, нет тебя дороже, нет тебя мудрее, мудростью своей землю созидал ты. Сердечный разобьют гранит, и елей святой любви твоей мои боли исцелит. Тихо и легко ты касаешься души, высоко прочь оставлю миражи, сквозь туманы облака проведет твоя рука. Боже, нет тебя дороже, нет тебя сильнее, сотворил моря и океаны ты. Боже, нет тебя дороже, нет тебя мудрее, мудростью своею землю созидал ты. Дорогие друзья, сегодня у нас будем говорить о таком празднике, который празднует весь еврейский народ. Это праздник Хануки. И я хотел бы вначале прочитать место, записанное в 10 главе Иоанна, 22 стих и ниже.
Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. И ходил Иисус в храме в притворе Соломонову, и иудеи обступали Его и разговаривали с Ним. И мы видим, что и сам Иисус Христос на этот праздник был в Иерусалиме. И написано, что это праздник обновления, то есть что-то менялось в жизни, и написано, и была зима. И когда мы возвращаемся к истории вот этого праздника, то мы находим историю, когда народ израильский был в пленении. И зная историю народа израильского, мы знаем, что таких моментов было много. Когда еще народ израильский только входил в обетованную землю, то Господь сказал им: «Если будете исполнять закон и ходить пред Мною, то вы будете в благословении». Но уже тогда Бог сказал Моисею: «Они нарушат закон и будут пленены». То есть Бог, Он всевидящий, Он знает, что народ израильский не будет все время ходить пред Ним в страхе и трепете. И это, конечно, большая была печаль. И я думаю, и Моисею слышать эти слова, и Богу, когда Господь понимал, что придется наказывать этот народ. И я знаю, что когда мы родители, и мы все имеем детей, и когда приходится иногда их наказывать, то я бы сказал, не знаю, кому больнее, или тебе, который наказывает ребенка, или ребенку, которого ты наказываешь, потому что это твое родное, и наказывать его тяжело. Но наступают времена, когда надо это делать для того, чтобы исправить, чтобы поставить на путь правильный. И народ израильский стал заниматься идолопоклонством, и они были в пленении. И в то время, мы читаем это в книге Маккавея, когда греки завоевали Израиль, но в чем была особенность вот этого как бы угнетения народа израильского, что они, греки, склоняли не только, чтобы они были в рабах, чтобы они там тяжело трудились, но они очень сильно угнетали их и хотели, чтобы они занимались идолопоклонством. Чтобы они, когда завоевали Иерусалим, то они храм осквернили. Там они приносили своим богам жертвы. Они там занимались всякими оргиями, которыми они занимались в своих храмах. И этим был осквернен храм Божий. И людей, которые, иудеев, которые хотели быть верными Богу, они заставляли нарушать закон. И мы знаем, что эта семья Маккавеев, когда была мать и пятеро детей, и при ней они каждого в отдельности сына издевались над ним, хотели, чтобы они отказались от Бога, чтобы они ели свинину, которая была нечистой едой. Но они остались верными, и они сказали, что если ты, царь, нас даже убьешь, то Господь восстановит плоть нашу. Уже в то времена народ, эта семья знали, что их Бог вечный, и что Он имеет эту силу, чтобы воскресить. И когда эти пять сыновей были замучены и умерли, и мать, то как бы с этого момента наступил такой момент, что эта семья как бы была последней каплей, которая попросила у Бога прощения, и они сказали, что мы умираем за то, что мы согрешили. И когда они исповедовались, то Господь Иуда, и был такой Иуда, который пошел и собрал из народа израильского себе войско. Их было всего лишь 6 тысяч человек, но они решили воевать против этого сильного народа, против их армии. И первая победа, которая должна была быть, это была победа против 20 тысяч тысячной армии, но
Иуда сказал, если кто труслив, можете вернуться домой. То есть его надежда была на Господа. У него была вера, что Господь помиловал народ израильский и хочет уже защитить их. И когда они пошли войною, то написано, что эта 20-тысячная армия была разбита, и они преследовали их и забирали имущество их, но после они остановились, потому что наступала суббота, шаббат, и они перестали преследовать. То есть Господь дал это освобождение. Ну и самое главное, в чем это величие этого праздника, в том, что народ израильский сразу начал не заниматься собой, не было у них столько там радости, что они захватили добра, много чего с поля боя, но они пришли в храм, и началось обновление храма. Они там сделали порядок, они сразу по закону начали украшать храм, и когда надо было, чтобы в Доме Божьем всегда горел светильник. И для того, чтобы горел этот светильник, нужно было масло, а масло должно быть очищенное, специальное. И когда они делали уборку в храме, они нашли один бочоночек, где было это масло. И это масло хватало на один день. И все же свеча должна была гореть 8 дней. И для того, чтобы следующее масло было готово, но для того, чтобы было следующее масло готово, надо 8 дней, а масло на один день. Но они все же с верою зажгли светильник, и написано, что 8 дней светильник не угасал. И мы видим из этого, что Бог, Он не меняется. Мы знаем, в Сарепте Сидонской, в этой вдовы тоже масло не кончалось, и она питала своего сына Илью. Бог благословил их. И здесь тоже Господь явил славу свою, силу свою, и этот светильник горел, и это было знамением, что Бог с ними. И после этого народ израильский очистил себя и опять приблизились к Богу, стали служить Господу. И в наше время, сегодня, Господь хочет, чтобы мы также могли прийти к Нему, очистить свое сердце для того, чтобы единый Бог был, и этот свет, этот светильник мог гореть в нашем сердце. И для этого мы еще прочитаем одно место, записанное Матфея в 5 главе, такие слова, 14 стих. «Вы – свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший свечу не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Тогда светит свет вас пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». И мы здесь читаем эти слова, что светильник ставят, не укрывают, но ставят на подсвечнике, чтобы светило всем в доме. И народа израильского до сего дня, когда они зажигают эти светильники, они ставят или у входа в дом, или на окнах, чтобы люди, которые идут мимо, чтобы они видели, что в этом доме есть этот праздник обновления. И, дорогие друзья, Господь хочет, чтобы мы могли также иметь вот этот праздник в своем сердце. И написано, и была зима, когда было обновление этого месяца Кислев, и была зима, и была в душах зима. Но прошел этот день обновления, и зажегся этот свет, зажглось это тепло, и люди стали прославлять Господа. Пусть Господь даст, чтобы и в наших сердцах горел этот свет, чтобы и мы могли являть Господу эту верность, потому что когда мы верны Господу, тогда имя Его прославляется. И написано, тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы люди, видя ваши добрые дела, прославили Отца вашего Небесного. Кажется, как можно прославить Бога? А тем, что мы ходим во свете. Пусть Господь благословит нас и даст, чтобы мы помнили этот праздник, великий праздник, когда народ Божий обратился к Богу, и Господь явил силу и славу свою. Аминь. И мы сейчас будем молиться.
Господь и Бог наш, мы благодарим Тебя за то, что Ты Бог, Бог, который заключаешь завет и не отказываешься от Него. И сколько народ израильский уходил от Тебя, но Ты оставался верным. Ты наказывал, но Ты опять миловал. И мы, читая об этом великом событии, когда Ты явил народу израильскому силу и славу свою, когда Ты показал им, что если они с Тобою, то никакая армия, никакие силы не могут одолеть народа Твоего. Поэтому, любящий Господь, дай, чтобы и мы имели это обновление в наших сердцах, чтобы мы бодрствовали над Словом Твоим, чтобы мы, Господи, питались Словом Твоим и в молитве пребывали с Тобою, Господь, потому что Ты источник нашей жизни. И когда мы будем являться этим светом, этим светильником в этом мире, то люди, увидев этот свет, придут и воздадут славу имени Твоему. Господь, сегодня вся страна, весь мир нуждается в этом свете, в свете правды, в свете истины, чтобы люди понимали, что жизнь их зависит только от Тебя, что благословение находится только в Тебе. И если мы отвратим лицо свое от Тебя, Господь, то мы будем наказаны, как Ты наказывал народ израильский. Мы будем в плену наших страстей, мы будем в плену болезней, мы будем в плену всякой нищеты, но мы, Господь, богаты в Тебе, и поэтому мы благодарны Тебе за то, что Ты Бог великий, что Ты любишь нас, что Ты благословляешь нас, что Ты не оставляешь нас, и мы, читая Слово Божие, читая про те вехи в Ветхом Завете, когда Ты являл силу и верность Свою, Господь, мы сегодня верим, что Ты с нами, и если мы иногда впадаем в какие-нибудь испытания, Господь, дай, чтобы мы были спокойны и доверяли Тебе, зная, что Ты нас обязательно выведешь, так как Ты выводил народ израильский из Египта, так как Ты освобождал их от греческого вот этого рабства, когда Ты прогонял многие-многие народы, и когда люди, имея веру в Тебе, в Тебя, Господи, делали великие подвиги. Пусть Господь нас никогда не страшит ничего в этом мире, но чтобы надежда на Тебя, она была нашим достоянием. Тебе, единому, великому Богу, пусть от нас будет хвала, честь и поклонение. Аминь. Yes!
Господи, вселенную премудро Ты создал. Все необходимое для жизни людям дал. Дивно, чудно все устроила Твоя рука. Невозможно описать богатство и добра. Сотворил и бессмертную душу человеку подарил. Подвиг крестный славный на Голгофе совершил, чтоб вовек веков на небесах с тобой ожил. Славьте Господа Христа, пусть вовеки славят Иисуса небеса. Нет такого, Господи, как Ты на всей земле. Царь царей, владыка, поклоняюсь я Тебе. Надежный мой оплот, всемогущий Бог, Ты мне опора и скала. Пусть Тебе всегда звучит хвала.